Я хочу вам спеть песню, которая была записана именно в те дни, когда в вечную жизнь уходили минимум 5000 человек. Она была написана именно 12 числа в сентябре 2000... Какой это был? Первый год, да? Когда упали пашни в Нью-Йорке. Мы тогда были на мостах любви, и Сережа сидел за пультом. Я не смогла улететь из Сакраменто, и в этот момент так получилось, что я застряла на 2 недели. И на следующий день Виктор Пакидюк пришел ко мне и сказал: «Таня, я написал песню за эту ночь». И мы на следующий день, 12 числа, записали эту песню. Она называется «Мой царь».